some experience the excitement of the ancient art of rich people trying to be faster than each other Всем привет! Ролик получился растянутым, хотя урезала как могла при монтаже. В ролике отсутствует инфа по новым шмоткам, татуировкам и новенькой винтовке. Спойлер! Винтовка так себе, на любителя. Все это будет в следующем видео. Желаю приятного просмотра. Агент ОСГ возвращается с операции изъятия улик. Не только водители на шоссе 1 заметили повышение цен на бензин агент ОСГ из ЦУР тоже следит в оба. Сквозь ядовитые бензиновые пары ему удалось разглядеть преступный сговор, и теперь он уверен, что семейство Даганов объединилось с ФРБ, чтобы накрутить цены на заправках. Последствия, пугающие, информации не так уж много, но очень скоро агент ОСГ с вами свяжется. Может показаться, что дела идут неважно. По южному Сан-Андреасу ударила жара – Цены на бензин подскочили до небес, а экономика оказалась на грани коллапса. Но это ведь Лос-Сантос, где каждая финансовая катастрофа имеет положительную сторону. Подпольный бизнес процветает, и у игроков есть масса возможностей, чтобы заработать. В очередном обновлении GTA Online ⁇ The Criminal Enterprises ⁇ преступные организации. Предприниматели всех мастей меняют фокус, чтобы приспособиться к новым условиям рынка. Шефов ждут новые задания по добыче груза, которые можно запустить прямо из офиса, как и ежедневные задания по экспорту разнородного товара. Вы также познакомитесь с новым персоналом склада, в том числе с управляющей по имени Лупи, которая готова раскрывать и комбинировать самые разнообразные деловые предложения. Президенты мотоклубов теперь могут увеличить клубную выручку. Поговорите с Синди, чтобы восполнить припасы для бара и открыть двери для любимых гостей в кожаных прикидах. Владельцы мотомастерских теперь смогут украшать байки другим жителям Лос-Сантоса, выполняя для них платные заказы. Не нравится законопослушная работа? Не беда, вас ждут новые задания клубхауса, где вы сможете как следует заморать руки. Владельцы ночных клубов смогут переговорить с Тони Принцем или же воспользоваться офисным компьютером, чтобы запустить новые задания клуба. В самом модном заведении города часто возникают проблемы назойливые папарацци, хулиганы на входе, переутомившиеся вип-персоны. Если же вам нужен товар, просто позвоните Йохану. Внимание всех торговцев оружием! У вас заканчиваются припасы? Теперь вам доступны новые задания по добыче сырья, чтобы в вашей подземной крепости всегда было все необходимое. Хотите ускорить исследовательские проекты в бункере? Позвоните агенту 14. Ищите способы расширить торговую сеть. Он поможет вам заключить контракт о амунацией, по условиям которого вы сможете продавать лишние детали для оружия в эту сеть. Улучшение игрового процесса в обновлении преступной организации вошли многие улучшения, которые были предложены поклонниками на нашем сайте в разделе обратной связи. Специально для тех, кто ценит личное пространство, мы сделали компьютеры для бизнеса доступными в сессиях по приглашениям. Теперь вы сможете брать задания по продаже и добыче груза в любое удобное время, не думая об опасностях свободного рынка. А тех, кому конкуренция по душе, в открытых сессиях будут ждать дополнительные бонусы. Теперь игроки могут полностью восполнить боеприпасы для всего оружия, не выходя из меню взаимодействия. Так что не тратьте время на разглядывание витрин с боеприпасами. Купите все необходимое за один присест в меню взаимодействия. Нажмите «Выбрать все», пополните боеприпасы и возвращайтесь в бой. И неважно, чем вы занимаетесь, натягиваете броню во время перестрелки или оказываете себе первую помощь, набивая рот 15 по счету батончиком и гачейсер. Теперь вы можете делать это намного быстрее через селектор оружия. Улучшения, запрошенные игроками, также включают массивное перераспределение доходов за различные игровые занятия, чтобы игроки могли сами решать, как строить свою криминальную карьеру, изменение параметров оружия и средств противодействия на опресса МК-2, повышение максимального числа стандартных объектов недвижимости, которые могут быть в собственности одного игрока, с 8 до 10, что также добавит дополнительное место для вашего транспорта в гараже, а еще многое. Многое другое. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей недавней статьей об улучшениях игрового процесса в новостной ленте Rockstar, а также с примечаниями к обновлению, которые были опубликованы на сайте службы поддержки Rockstar. Новый транспорт и не только обновление преступной организации также добавят в игру новую партию суперкаров, спорткаров и маслкаров. Что бы вы ни искали, транспорт для военной операции или просто крутую тачку, которая может произвести такое же впечатление, как обвал цен на рынке крипты, вам будет достаточно лишь заглянуть в ближайший автосалон. Вас также ждет любимое детище Haas Special Works, прокачанный Sterling GT и две новые тачки, на которые можно установить модификации и мани в мастерское агентство. Жители Лос-Сантоса знают, что стареть нужно элегантно, как изысканное вино и изысканное вино, которое разбавили формальдегидом и залили смолой. именно поэтому давно любимые вами модели теперь получили вторую жизнь. Отправляйтесь в ближайший автосалон, чтобы найти Pegasi Zenter No, Benefacto Sterling GT, Grote Turismo R и другие машины с новыми модификациями и раскрасками. На этом у меня все. Желаю всем приятной игры и хорошего настроения. Пока-пока. Всего хорошего!